нам из Москвы, из центра Чанакарла Лунэру. Я всех поздравляю с началом этих дней. Очень пространно, в то же время аккуратно, великую ведическую книгу Бхагавад-гиту. Вот. И это не случайно. Речь в этом пассаже Бхагавад-гиты идет о ведической концепции труда. Как правило, в современном мире в отношении вот этой важной реалии общественной жизни, а именно труда, существуют две крайности. Люди, мыслители, ударяются в две крайности. Первое, это когда считают, что труд он произвел из обезьяны человека, по Дарвину, что, наверное, маловероятно, так как сейчас это не происходит. Но что, скорее всего, во-вторых, труд может при неправильном распределении, напротив, превратить человека в обезьяну. Молодежь может буйствовать, гримасничать буквально своим имиджем. Старшее поколение зачастую успевается и так далее и тому подобное. Я говорю это не потому, что, так скажем, потруниваю, а просто это касается и моей семьи также. Вот. Я думаю, что у многих людей в России этот бич он бьет. Ведическая культура говорит не об этом. Бхагавад-гита говорит, что необходимо трудиться для обогащения своего сознания духовными благами и ценностями. Не нужно мотивировать себя только на стремление как можно скорее, причем абсолютно независимым, абсолютно несмотря на методы преуспеть в обществе или мотивировать как-то свою деятельность эгоистическими стремлениями, целями. Вот, напротив, в Бхагавад-гите всегда говорится о духовных ценностях, таких как философский поиск истины, а также общественное преуспеяние. И сегодня я представляю Центр ведической культуры, так попало, мне сегодня, да, не университет, хотя это место моей работы, которое очень люблю. Так вот, в нашей Алтайской краевой организации мы также пытаемся эти ценности все воплощать в жизнь. И кажется, что нам это отчасти удается. Мы предлагаем людям глубокую, глубочайшую философию Бхагавад-гиты. Сегодня вы можете посмотреть, она выложена в фойе, посмотреть, даже приобрести, если вдруг вам это захочется. Ну а также мы пытаемся учить общество, как жить счастливее, ответственно Спасибо.
озвучено. Ну а то, что сегодня происходит, это, мне кажется, замечательное просто действие, которое приурочено к личности. Thank you.
книг. Приходите в краевую библиотеку, у нас очень богатые фонды, и мы всегда ждем вас. Ну а сейчас сладкое угощение от наших партнеров Центра ведической культуры. И я благодарю всех за внимание и участие во встрече.